Анапчане могут сообщить об отсутствии тепла в многоквартирных домах, о недостаточной температуре прогрева помещения, о неподключении дома к системе центрального отопления. Для таких целей распоряжением губернатора края в муниципалитетах введены специальные телефоны горячей линии. В Анапе за работу линии ответственным назначен заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Армен Григорян. Сообщить о нарушениях можно по телефону в Анапе 5 56 10.